Добраться до Нотр-Дам-де-Пари, если вы живете не рядом. Вот главный вход Нотр-Дам-де-Пари. И он открыт с 7:45 до 18:45. Можно туда зайти вовнутрь. И, конечно, парижские закаты. Вот собор Нотр-Дам-де-Пари. Рядом с ним есть парк. Он в ночное время закрыт, а в остальное... Гуляем, идем в Нотр-Дам-де-Пари. Вот такие красивые, конечно, виды. Даже, ну... А, Бастилия, вот. Бастилия, Сталинград. Вот, оказывается, это что. Ну, конечно... Не знаю, Париж пока потрясающий город, такой же, как Барселона. На улице, прям на Сене, буквально там он за поворотом Нотр-Дам-де-Пари будет. Опять первый день, естественно, мы найдем меньше, вот цены. То есть за 11 евро, вот можно такой комплекс съесть, за 10 евро 50 центов. Но еще что, вот где только французское меню, цены меньше, но мы не знали, что кушать. Там было 7-8 евро. А здесь уже более для туристов, есть английское. Ну, опять цены, то есть такие же, как в Барселоне. За 10 евро можно поесть, за 8, если поискать. Если в более гламурном месте, за 12. Вот там он, Нотр-Дам-де-Пари, за поворотом. Вот знаменитый собор Нотр-Дам-де-Пари. Собор Парижской Богоматери, конечно, очень красивый. Безумно красивый, в готическом стиле. Очень величественное сооружение. Конечно, поражает, если честно. Видел готические соборы в Барселоне, в Праге. Действительно поражает своей монументальностью. Лучше, наверное, одна из лучших вещей готики, которую я видел. Действительно стоит, надо сюда сходить именно днем, когда он открыт. Вот такой огромный собор. Причем он расположен тут в очень живописном месте. Переходите через Сену. Вон там он. Просто можно гулять по этим улочкам. С утра выйти и гулять постоянно. До выхода к храму Нотр-Дам-де-Пари. Вот столько много людей. Кстати, видите, закат такой красивый в Париже. Вот стоит памятник. И вот, конечно, главный вход собора. Вот он какой. Вот главный вход Нотр-Дам-де-Пари. Я все отходил, чтобы вам его снять. Вот он. Конечно, красиво. Тут можно посидеть, отдыхать, покушать. Сама площадь очень красивая. И, конечно, парижские закаты. Конечно, тоже город и старинный, и спокойный. Вот вроде все туристы, все отдыхают, кушают, гуляют. Добраться до Нотр-Дам-де-Пари, если вы живете не рядом, станция метро Сите. Выходите и прямо его увидите. Пользуйтесь метрополитен, здесь в Париже очень-очень развит, рекомендую, везде доедете.
сходите, посмотрите Нотр-Дам-де-Пари обязательно. Главное, одна из главных достопримечательностей Парижа. И то он открыт с 7:45 до 18:45. Можно туда зайти вовнутрь. Что я обязательно и сделаю. С каждой стороны он выглядит по-разному. Различные колонны, сооружения. Вокруг вот такой красивый сад. И ездят туристические корабли по Сене. Люди отдыхают. Конечно, безумно красивый город. Кто-то ездит, а кто-то вот сидит на берегу и кайфует. Конечно, в этом и своя прелесть Парижа. Конечно, безумно виды красивые. Собор Нотр-Дам-де-Пари вечером. Конечно, сходите, посмотрите, тоже очень красиво. Ну, и ладно, вы сами смотрите, красиво. Конечно, безумно, вот тут все бегают, тренируются. А вот так красиво выглядит Нотр-Дам-де-Пари вечером. Обязательно сходите, посмотрите, тоже красота, конечно, все подсвечивается. Красивый метрополитен Сите. Даже метрополитен в произведении искусства. Вообще этот район очень красивый. Тут вот очень много всего. Я днем погуляю, вам покажу. Вон там как раз Нотр-Дам-де-Пари. Вот такой во Франции, в Париже. Сите станция как раз рядом с Нотр-Дам-де-Пари. Остров такой Сите. Вообще тут очень много красивых мест. Вот собор Нотр-Дам-де-Пари. Рядом с ним есть парк. Он в ночное время закрыт, а в остальное вы можете здесь отдохнуть. Много лавок. Парижане вот здесь отдыхают. И можно обойти, посмотреть собор с разных сторон. Это один из самых лучших сохранившихся готических соборов в мире. Наряду с собором Святого Вита, кафедральным собором в Барселоне, Миланским собором на площади Дуомо. Конечно, шедевр готики. Рекомендую однозначно, если вы в Париже, съездить, сходить обязательно до собора Нотр-Дам-де-Пари. Знаменитая опера «Горбун из Нотр-Дама» как раз вот про этот собор. А вообще собор Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери, стоит на берегу Сены. И здесь вот, например, такие кораблики туристические останавливаются. Можно просто ехать на корабле. Очень красиво. Вот он, собор. Тут вокруг него такой сад небольшой. Ветерок, цветут вот каштаны. То есть очень приятно даже погулять. Вот еще вам скажу сразу фишку. Возьмите с собой в магазине, в супермаркете какой-либо еды. И вот здесь очень многие французы на лавочках. Вот у Лувра, у собора Нотр-Дама-де-Пари, у Эйфелевой башни себе устраивают пикник. Вот у Нотр-Дама-де-Пари весной. Вот такие вот деревья. Честно, даже не знаю чего. Все в лепестках. Прям безумно красиво. Вот мы прям сидим под собором. Вот он. Если вы видите, вот он, Нотр-Дам-де-Пари. Вот здесь можно позавтракать. Вот кто-то работает здесь. Блин, ну конечно, это безумно. Так круто. Обалденно. Вон там катаются на кораблях, гуляют. Знаменитый собор Нотр-Дам-де-Пари. Здесь вроде мало света, а здесь так. Ну, пошли. Хочешь здесь? Ну, пойдем.
близ собора Нотр-Дам-де-Пари. Вход в собор абсолютно бесплатный. То есть бесплатно можете войти посмотреть. Конечно, очень величественное сооружение в готическом стиле. Такие вот витражи цветные очень всегда отличают от стиля. Мы гуляем по району Сите, около Нотр-Дама. Вот такие вот красивые. Вот район Сите, средневековый Париж. Такие вот красивые кафешки. Ну все, пока с вами был Борис Соколов, сайт www.vizsam.ru. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующих видео.